Совсем скоро столбик термометра опустится ниже нуля, и в Ивановскую область придут холода. Вместе с ними активизируются мошенники, желающие обмануть автолюбителей, которые хотят купить зимнюю резину подешевле. В сети все чаще появляются поддельные сайты, предлагающие шины по значительно меньшей цене, чем у официальных дилеров. Сотрудники полиции призывают к бдительности. Прежде чем оплатить покупку, стоит обратить внимание на название сайта в адресной строке. Аферисты создают копии известных ресурсов, меняют контакты и способы оплаты. В общении с потенциальной жертвой мошенники убеждают оплатить товар как можно быстрее. Чтобы не попасться в сети мошенников, правоохранительные органы рекомендуют следовать нескольким простым правилам. Не пожалейте времени на изучение отзывов о выбранном вами интернет-магазине. Убедитесь, что данный сайт работает уже продолжительное время, а не зарегистрирован всего лишь неделю назад. И в ходе общения с продавцом постарайтесь максимально уточнить всю информацию об организации, то есть фактический адрес, наименование юридического лица, дополнительные контакты.